снова в архиве Государственного Эрмитажа, месте, где живет наша история, история нашего музея, наша история, история России, русской культуры. Мы говорили о многих хранителях, художниках, музейщиках, но здесь есть и память о императорах, разумеется, и сегодня речь пойдет об императоре Николае I, его музейной деятельности. Император Николай I как музеолог и создатель музея, создание нового Эрмитажа. Это одна из самых интересных историй, истории музейного дела. А в России, вот у меня документ, тут много дел о создании, это дело номер 14, часть 1, дело о новом образовании императорского музеума. Пишет обергофмейстер двора Алсуфьев, пишет он начальнику первого отделения императорского Эрмитажа, господину действительному статскому советнику Жилю. Вследствие высочайшего повеления, объявленного в предложении господина министра императорского двора от 8 сего сентября за номером 368, имею честь уведомить ваше превосходительство, что здание музеума должно впредь называться «Новый Эрмитаж». Это важный очень этап в развитии вообще музейной истории. Первый музей России – это Кунсткамера, ну, публичный музей, куда заманивают людей рюмкой водки каждому входящему, и где показывают вещи всякие разные удивительные, и художественные, и нехудожественные, и природные. Это этап существования музеев. Потом Эрмитаж Екатерины – это замечательная вещь, но там даже нет, разумеется, никаких рескриптов, как его называть, потому что это придворная коллекция, коллекция Екатерины, она разрастается, но это еще такой относительный музей. И вот появляется Николай I, и в 1852 году открывается новый Эрмитаж, специально построенном здании. Это уже явление, это изумительное музейное здание, шедевр архитектора Лео фон Кленца, и, в общем, шедевр, рожденный волей императора Николая. И если Эрмитаж стал явлением в русской культуре, то и Николай был особым явлением в русской культуре. Он был человек весь сотканный из разных сложностей и противоречий, человек, который вступил на престол, готовясь к нему, и вступил через насилие. Человек, в конце жизни, правление которого мы потерпели одно из самых унизительных поражений в Крымской войне. Человек очень жесткий, в то же время очень романтичный, даже сентиментальный. Человек, от которого, казалось бы, читая многие книги о нем, трудно ожидать большой любви к искусству. На самом деле, не только была любовь к искусству, а было желание создать замечательный музей. И он создал из тех коллекций, которые собрала Екатерина, он создал музей. Два стимула тут, видимо, было. Один стимул – очень любил Германию, он был в Мюнхене и был восхищен теми музеями, которые были там воздвигнуты, Лео фон Кленце, прекрасным архитектором, архитектором, творившим в неогреческом стиле, такие торжественные здания для музеев. И Лео фон Кленце было предложено создать, также построить здание, этот новый Эрмитаж, поставить здание музеума, где были бы выставлены коллекции, хранящиеся в Эрмитаже. Ну и второй стимул, мне кажется, про него как-то не пишут, но я однажды говорил. В 1837 году был страшный пожар, когда сгорел весь Зимний дворец, и пожар не дошел до Эрмитажа, Эрмитаж защитили, буквально была построена стенка, воду лили на стену, чтобы спасся Эрмитаж. И вот как бы какой-то ответ, по-моему, на это. Николай приказал, и быстро восстановили Зимний дворец, сделав там и старые, и новые интерьеры. И вот, кажется, в ответ на это психологически он создал новый публичный музей. Сама история создания нового Эрмитажа удивительно интересна, потому что возник, во-первых, музейный шедевр. Сейчас люди приезжают его смотреть, и мы уже не только в наших архивах, но и в многих архивах Германии изучаем, издаем, готовим целые тома, издания материалов о том, как он строился. Потому что этот шедевр архитектуры музейный, который, кстати, остался немногим из того, что создал Кленце, его музейные здания в в Мюнхене были уничтожены во время Второй мировой войны английско-американской авиации. Его здание здесь мы от немецкой авиации сумели отстоять, значит, Советский Союз, Россия. Кленце был архитектором особого склада, и вот он приехал в Россию, он спроектировал, стал проектировать музей. И вот здесь получилась такая
отряда участников, которые очень поучительны для сегодняшнего дня. Мы сейчас начинаем строить и реставрировать многие памятники культуры, у нас много споров, и часто непонятно, кто вообще и как должен все это организовывать, делать. И сейчас нам приезжают иностранные в Россию архитекторы, и как-то не очень получается зачастую такое сотрудничество, такое, какое бы хотелось, и результаты, иногда их никаких вообще не бывает. Поэтому очень полезно посмотреть на то, как был строился новый Эрмитаж. У Николая получилась триада. Был Лео фон Кленце, замечательный архитектор. Была целая комиссия русская, которая состояла из архитекторов Стасова и Ефимова, и из инженеров и финансистов, и граф Клейн Михель. Комиссия, которая должна была вот этот безудержную фантазию немца привести к неким российским реалиям. И был третий человек, третья часть, это Николай I, который принимал окончательные решения, потому что, понятно, этим полны материалы, ссор было очень много. Ну, во-первых, немецкий проект, разумеется, стоил безумных денег, нужно было его сокращать. Во-вторых, как всякому архитектору, ему хотелось что-то снести, чтобы свое здание предстало в полном блеске, и многое-многое другое. В результате мы получили всех споров, и решение императора мы получили шедевр и историю того, как на самом деле это все должно делаться. Много решений принимал Николай I, и, кстати, его личный вклад считается в интерьеры нового Эрмитажа, это введение туда большого количества резных каменных ваз русской работы, правда, есть эскизы Кленце, но вот это тоже как бы николаевское. Трудно сказать, потому что, наверное, главным детищем Николая была армия, которую он очень любил, и армейский порядок, но с армией не очень получилось, да, война крымская показала, что армия не очень. А вот другим любимым детищем был Эрмитаж, он очень любил ходить по Эрмитажу, сейчас ряд документов я прочитаю о том, как он уделял большое внимание Эрмитажу. И он был человеком, который собирал сам живопись. Мы горды тем, что у нас есть коллекция Каспара Давида Фридриха, замечательного германского художника, который во времена Николая еще не был так безумно известен, как сейчас, и знаменит. Его покупал Николай в Германии, чуть ли не в мастерской у мастера. Это был его личный вкус для личных комнат, теперь это все в музее. Мы знаем, что он рисовал разные военные вещи, но рисовал он и планы комнат с картинами. Вот здесь лежит рисунок, это рисунок Николая I, развеска картин в комнате императрицы Марии Федоровны. Он очень много занимался тем, что писал, указывал на то, как, где и что нужно развешивать в Эрмитаже, в каких местах, в каких залах. Это была большая забота, и вот здесь целый сюжет тоже связан с современностью. Когда мы говорим о продажах из Эрмитажа, о продажах вот уже 20-х годов, преступных продажах, мы всегда говорим, что первый-то начал продавать еще Николай I, это тоже было очень плохо. Но если наши советские продажи выходили вообще из такой разбойничьей идеи, что давайте мы национальными сокровищами оплатим наши сегодняшние нужды, то здесь идея была другая, и она как бы выглядит лучше, но к результатам привела тем же самым. И вот это очень важно и поучительно. Что хотел сделать Николай? Николай хотел сделать образцовый музей и навести порядок в тех коллекциях, которые есть, потому что порядка в том, что закупила Екатерина, по его мнению, не было. И вот началось, значит, установление порядка, и все, в общем, шло нормальным образом, и зла-то он вроде не хотел, а кончилось продажами. И совсем недавно Инуксена Соколова, наш специалист по голландской живописи, вот на материалах Эрмитажного архива, вот на всех этих книгах, которые здесь лежат, сделала замечательную статью о продаже с аукциона картин эрмитажных. Есть списки, которые утверждал император, есть списки того, что продавалось в голландской церкви. Голландская церковь на Невском, это было то место, где был в конце концов организован аукцион. То есть много деталей интересных и важных, но одна из самых важных деталей – это то, что, как оказалось, аукцион произошел уже после смерти Николая I. До того, когда отбирались вещи для продажи, он возвращался к ним,
как бы пересматривал, звал архитектора Штокеншнейдера посмотреть, нельзя ли что-то взять во дворцы пригородные. Обращался к второму отделению, так сказать, главному хранителю картин Бруни с тем, чтобы вот опять пересмотреть. Я говорю, да нет, всякие картины, многие барахло, можно продать с аукциона. В общем, тут были разные колебания. У императора все не так просто, но главное, вот есть схема из того, как он создавал этот музей и вот эта часть приведения в порядок. Сейчас очень часто говорят, и у нас тоже, что надо привести в порядок, и очень часто никакого порядка все равно денег на порядок не дается, да, и помощи, может быть, нет, но разговор о том, что нужно продать с аукциона то, что у вас там лишнее и плохое, это есть всегда. Так вот, к хорошему это никогда не приводит. В свое время хранитель картины галереи Эрмитажа, уже более поздний, Андрей Иванович Сомов, сказал его фразу, которую мы повторяем, повторяем и повторяем, и будем повторять. Традиция доверять сохранность картин художникам и придворным чиновникам, а не ученым-специалистам, привела к печальным результатам. Это как раз вот к этим продажам. И что первое? Распорядился император. Во-первых, строить музей. Начали строить музей. И начали организовывать коллекции музеев. Пошли распоряжения о том, чтобы были сделаны рамы. Чтобы рамы были сделаны новые, одного типа, чтобы на рамах писали по-французски и по-русски. Это, кстати, проблема, которая постоянно существует во всех музеях, на скольких языках нужно писать. Потом начался отбор картин на экспозиции, что многие картины, предполагалось, висят хорошие, висят высоко, а плохие висят низко, поэтому плохие лучше видно, чем хорошие. Тогда начался уже разговор про плохие и хорошие картины. Сверхвнешние вещи для хранения, вещи, которые имеют, условно говоря, мебельный такой характер для интерьеров, и то, что совсем не нужно, это то, что можно продать с аукциона. Опять скажу, это не новость, много продавали с аукционов в музеях, часто именно для того, чтобы убрать то, что того, чего оказалось много. Это, в принципе, совершенно неправильный подход. Это подход очень вредный для музеев, это многократно показывается, и все наши истории, они это тоже подтверждают. В этот момент вообще ощущение о том, что речь идет об искусстве, пропадает. И так даже чувствуется и в документах тоже советских продаж. В какой-то момент вот эти бюрократические дела, как организовать, это организовать, продать, какой процент отдать, сколько выручить и всякое такое, затмевает понимание о том, что речь идет, в общем, о вещах совершенно особых. Это искусство, это не мебель, это не деньги, не товар, не картошка, это особая вещь. Ну, это вот как раз результат, когда чиновники и даже художники занимаются музейными, принятием музейных решений. Император часто посещал Эрмитаж, и, в общем-то, при нем было установлено, и я вот сейчас опять возвращаюсь к приведению порядка, потому что продажа, я хочу его немножко реабилитировать. Я много ругал Николая I в связи с продажами, продолжаем его ругать, я немножко реабилитирую, все-таки некий порядок он вводил. Был установлен режим посещения музея, ведь до этого никакого вообще режима не было. Кому разрешали, кто-то посещал, и не совсем музей. Ну, правда, ходить нужно было как-то, тут есть одна из бумаг, заметили, что кто-то пришел в сюртуках, сразу, значит, замечание, нужно ходить в мундирах или во фраках. Определили время, когда люди посещают музей, давали 3 дня в неделю для выпуска, но не иначе, как с билетами и с ограниченной выдачей оных, смотря как позволять будут помещения музеума. Вот нам очень часто, уже сейчас много всяких бывает нападок, наверное, говорят, вот у вас там залы закрыты, там не пускают, там ограничивают доступ людей к осуществлению их конституционного права доступа к искусству, там всякое такое. Вот, смотря как позволять будут помещения музеума. Вот этот главный принцип допуска посетителей, остается он таким вообще-то на самом деле навсегда. Император часто ходил по Эрмитажу. Один из результатов прогулок – 5 шувалов Бруни. Имею честь уведомить вас, что государь-император, желая, чтобы во время посещения его император величеством императорского Эрмитажа никто за ним, как из начальников отделений, так и других должностных лиц, не следовал. И он изволил приказать являться им только тогда, когда его величество потребует. Вы представляете это, и сейчас всякому крупному чиновнику, должностному лицу, понятно, пойдет прогуливаться, и десятки людей попытаются использовать этот момент для того, чтобы обговорить, как будто ничем не занятым там, императором или министром, какие-то свои дела. Так вот, чтобы никто не ходил, ходил один. Ну и, в общем, он имел и понимал, это громадное удовольствие, когда ты ходишь по Эрмитажу один-одинешенек.
Эрмитаж – особое учреждение, не просто музей, это музей при дворе, музей, так сказать, императорский. Он и сейчас, согласно указу, находится под покровительством президента как особый объект хранилища художественных сокровищ, так и памятник истории русской государственности. А вот он памятник истории русской государственности, в частности, вот из-за всей этой истории, потому что императоры здесь жили, работали и считали заботу об Эрмитаже частью своей деятельности важной. Николай продавал, но и он очень много покупал. Вот мы, отмечая 150 лет нового Эрмитажа, сделали книгу, выставку «Николай I и новый Эрмитаж». И собрали вещи, которые он покупал. Ну, во-первых, он... Здесь у нас есть материалы покупки коллекции Демидова. Это коллекция античной скульптуры, в России находившаяся, была куплена для Эрмитажа при Николае. Николай купил большое количество итальянской скульптуры, ему современной, будучи в Италии, он покупал итальянскую скульптуру, часто в мастерских у скульпторов, это все привозилось специально, это покупалось для нового Эрмитажа. При нем была куплена изумительная коллекция Барбариго из Венеции, прекрасными венецианскими картинами. Был там чудный Тициан, Тициан Венера с зеркалом, была куплена при Николае I, потом советским правительством продана Меллону, сейчас находится в Национальной галерее Вашингтона. Когда у нас была выставка, вот это Николай и новый Эрмитаж, мы попросили и нам прислали, на время была, она была выставлена в самом центральном месте на этой выставке, напоминает, каковы особые судьбы картины с коллекции Эрмитажа. Была куплена коллекция маршала Сульта, там замечательные Себастьян дель Пьомбо, несение креста. Была куплена коллекция Вильяма II, короля Нидерландов, из нее чудесный Гвидо Рени, Святой Иосиф с младенцем, из него же и Благовещение Ван Эйка, которое потом тоже продали. Так что вот вся замечательная и трагичная история Эрмитажа, она и в фигуре Николая тоже воплощалась. Так и приобретали, и получали. Еще он сделал одну замечательную вещь, это тоже традиция. Делать акварели дворцов. Это была европейская традиция. Люди строили свои дворцы, обожали их украшать и хотели, чтобы все знали, какие у них красивые дворцы. Поэтому и в Эрмитаже, и в Зимнем дворце делались акварели и многих дворцов петербургских. Кстати, безумно важный сейчас материал для реконструкции, реставрации, для размышлений. Ну и просто очень красиво. Акварель вообще-то всегда лучше, чем цветная фотография. Вот. Я так думаю, но думаю, что так на самом деле есть. И эти акварели дают нам еще и возможность порассуждать о том, как изменился Эрмитаж от современного Эрмитажа. Мы можем посмотреть, какие были залы, как вешали картины. Там была в залах с картинами называемая шпалерная коверная развеска, когда картины вешались плотно в несколько рядов. Потом в 20 веке стало считаться, что вовсе не надо так плотно вешать картины, и стали вешать их очень редко, вообще с идеалом одна картина на стене. К концу 20 века поняли, что это тоже неправильно, и что все-таки человеческий глаз может охватить больше, чем 2-3 картины, и глаз подготовленного человека тем более. Вот сейчас, когда мы делаем реэкспозиции после реставрации залов, то, как правило, возвращается в зал больше картин, чем было до этой реставрации, стараемся их немножко плотнее показывать. Ну вот, здесь акварели галереи древней живописи. Акварели стоят вазы малахитовые. У нас сейчас здесь шедевры скульптуры Кановы и Торвальца.
вся галерея отреставрирована заново. Можно спорить, по крайней мере, поразмышлять, что лучше, вот когда стоят вазы или когда стоит скульптура. Знаменитые большие просветы. Интересно посмотреть, что и как в них висело. Ну, мы часто разыскиваем вещи, которые ушли из Эрмитажа. Но и что висело, как и висело рядом. Например, вот где висел Рембрандт. И как? Вот в одном из залов висит Рембрандт. Даная и жертвоприношение Авраама висят с двух сторон двери. А блудный сын там где-то сбоку. Вот кабинеты, которые невелики, в которых мы, в общем, помещаем немного произведений. Здесь вот кабинет, один из итальянских кабинетов, буквально напичкан картинами, включая и проданную потом Мадонну Альбу, и уцелевшую святое семейство Рафаэли. Вот еще один зал, кабинет, другой кабинет итальянской живописи. Мария Магдалина Тицианов, старые рамы. И здесь висят две Венеры с зеркалом Тициана. Подлинная, которая ехала, увы, потом в Вашингтон. И поздняя, ранняя достаточно копия с нее, которая осталась в Эрмитаже. Вот не стеснялись повесить вместе и раннюю копию, и подлинник. Ну, тем более, что могли быть споры, где реплика, где что. А вот зелеными стенами зал новейшей скульптуры. Русской и европейской скульптуры. Русская скульптура потом переехала в русский музей, когда был создан русский музей. А здесь возник зал Юпитера, зал античной скульптуры. Много залов на акварелях – это залы библиотеки. Библиотека Вольтера и другие очень красивые залы на первом этаже были отданы под библиотечной экспозиции. А потом Эрмитаж стал расширяться, и оказалось, что книги мешают, что негде поместить громадные скульптуры, например, из коллекции маркиза Кампана, и книги постепенно из залов убрали. Есть мечта восстановить музеем книги, иногда мы делаем такие временные выставки о нем, и о них рассказывали. Но вот такие сдвиги происходят. Русская живопись была представлена в императорском Эрмитаже, в новом Эрмитаже. Потом она ушла в русский музей. Но вот зал русской живописи, нынешний зал Ван Дейка, где Айвазовский, всем известный, и нынешний зал Снайверса, где последний день Помпеи, и медный змей Бруни, который был и хранителем картинной галереи Эрмитажа, и Гей, в общем, многие знаменитые нам хрестоматийные картины. Так вот, вот весь этот архивный материал рассказывает не просто об истории Эрмитажа, он, во-первых, замечательно рассказывает о роли личности в формировании музеев, о Николае, о нашей культуре, вот сложной, противоречивой всегда истории России, рассказывает еще о вот такой вот последней истории музейного дела. Вот возникал музей, как он был организован, что брали, как строили, как спорили, как определяли, что именно нужно России, как отбирали чужой опыт, как развешивали картины, как менялась система развески, как менялась система изучения, как, в общем, музей становился постепенно и дальше, настойчиво приобретая вещи, выставляя вещи, анализируя вещи, одним из самых замечательных музеев мира, вообще признанных как великий музей, одновременно с многочисленным количеством уроков, которые извлекались и из истории с архитекторами, и о том, как надо учитывать существующие почвы, на которых строятся здания в Петербурге, их нельзя строить слишком высокими. Тут много архитектурных уроков, подчеркнул и Кленце, архитекторы, с ним работавшие, и как нужно покупать картины, и то, что не надо продавать картины, и что вот есть такие печальные списки того, что нужно, и, в общем, многое другое.